Сначала в Министерстве иностранных дел. Удивим Энтони. И? Ничего. Мы обсудили прекращение нормирования масла, мяса и сахара, ситуацию в Корее и дату моей коронации. Я едва слово смогла вставить. Будет тебе, он на ладан дышит. Нужно было быть напористей. Так нельзя. Не на личной встрече. А что до вопросов, которые я просил затронуть? Я найду момент. Когда? Зачем он это делает? Что? Зачем ему откладывать мою коронацию? О чем вообще речь? Елизавета!